был у них огород. Росли в огороде капуста, морковка, свеколка и желтенькая репка. Захотелось однажды дедусе репки покушать. А в огороде жарко, да тихо, только пчелки жужжат и комарики звенят. А из борозды как зашипит кто-то. Ну что, дед, принес репку? Ой, бабка, там такой сластный свесите, что еле ноги унес. Полно, дед, я сама пойду, уж полно репку принесу. И пошла бабка в огород. А в огороде жарко, да тихо, только пчелки жужжат и комарики звенят. Идет бабка, торопится. А вот и репка. Нагнулась бабка, чтобы вытащить ее, а из борозды как зашипит на нее кто-то. Испугалась бабка и бежать. Ой, детка, твоя правда. Кто-то там под кустом сидит, страшный и пыхтит. Еле-еле ноги унесла. Подлетела на бабку с дедом. Луська ему позаела у них и говорит: сама пойду, да репку принесу. Пошла Аленка в огород, а в огороде жарко да тихо, только пчелки жужжат и комарики звенят. Нагнулась Аленка над грядкой, чтоб посмотреть, кто там такой страшный сидит. И вдруг увидела, лежит на грядке какой-то колючий клубочек. Пасками, бусинками подблескивает и пыхтит. Ах ты, ежик, ежик колючий. Это ты бабушку с дедушкой напугал? Взяла Аленка ежика, положила в передничек и домой пошла. Радовались тут дед с бабкой. Ну и внучка у нас. Ну и молодец Аленка. Ну, Аленка, ну и смелая девчонка.